vitamina barragana. Дуслар, сегодня у нас супер мероприятие тематическое. 100 человек, 100 самых лучших татар Москвы находится в этом лофте. Я получил свой уже сухой паёк, вот, так что вечер будет просто бомбическим, как вот этот эчпачмак. Вижу робкость в ваших глазах, легкая такая. Давайте немножко пообщаемся с вами, поговорим, узнаем, кто откуда приехал, чем занимается. Ой, привет, Камила. Как дела? Хорошо. Так, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Отдыхаешь сейчас? А вообще, в принципе, по жизни тоже отдыхаешь, да? Даже. Просто, у нас Камила отдыхает, она даже не работает. Такая татарская девочка. Так, после была одна конечно, после понятно. Идем дальше. Так, привет. Как тебя зовут? Мы уже виделись, да. Но мы с тобой знакомы. Девчонки тебя не знаю. Так, давай. Как тебя зовут? Азат. Так, Азат, скажи, чем ты занимаешься? Сколько тебе лет? Мне 30, я уже 32. А как по жизни вообще, чем занимаешься? Ну что, знаешь, девочки знали уже. Потенциально уже не так. Нет. Ты не афишируешь, да? Понятно, что ждешь от сегодняшнего? И все. Даже познакомиться ни с кем не было. Что ты с ним просил? Мне приятно очень познакомиться. Со всеми готов познакомиться. Так, девочки, звоночек, отходимся. Так, дальше у нас. Поехали. Вот, привет. Привет, как тебя зовут? Эльвира.